пожаловать на канал Уральская усадьба. Сегодня приехали на монтаж теплицы Легенда. Будет устанавливаться на гараж. Высота стенок 1 метр. Сама высота в коньке около 2 метров. Ширина 4710. И длина 13 метров. На данном этапе будем сейчас распаковывать, скреплять брус и устанавливать каркас. Монтаж. Рассказываю фронт работ. Скрутили мы брус, закрепили к кормопоясу. Также скрутили, закрепили каркас. Поверху уголок конек прикрутили. Торец обшили поликарбонатом. И сейчас делаем отливы. Здесь часть монтажа. Стены обшили поликарбонатом. Также накрутили уголок под названием переливы. Далее будем подготавливать поликарбонат на крышу, нарезать и прихватывать. Перед этим еще накрутим базу. Вживили мы листы поликарбоната. Далее будем прокручивать их. Как прокрутим, будем также по низу проходить, подрезать, клеить перфоленту, одевать профиль и уже крутить конек. Совместно устанавливать форточки для проветривания. Закончили мы монтаж, докрутили крышу термошайбами, также наклеили перфоленту, одели профиль, прокрутили его, установили форточки стеновые 4 штуки и одну торцевую. И все это дело запенили.